проблема нехватки парковочного пространства в Больших Везёмах решена. Теперь здесь, между Маловеземской школой и окружным отделом Федеральной службы судебных приставов, появилась новая парковка на 170 мест. Глава муниципалитета Андрей Иванов вместе с инициативными жителями осмотрел стоянку и обсудил дальнейшее благоустройство этого пространства. Спасибо вам огромное. Родители сюда паркуются. Утром уже нет нервотрепки у родителей. Значит, детей высаживают здесь, а у нас же дети ездят и из Голицына, и из Захарова. Вторая смена, по-моему. Да, и вторая смена, и во второй смене 250 детей обучаются. Кроме того, прорабатывают и возможность дополнительного входа с парковки. Это важно для безопасности детей и родителей, чтобы им не нужно было выходить на дорогу. Еще одной важной точкой инспекции стала проверка качества благоустройства дворовых территорий и новой детской площадки. А у вас корзинка такая? Да. Короче, качели там есть, выявили при осмотре небольшой дефект на дрыгу, сняли на ремонт. И повесит обратно. Здесь сезон. Сколько делать? А по гарантии? Это гарантийная. Надо быстренько сделать. Если она всесезонная, то корзинка должна висеть. Комфортные и современные дворы – одна из главных задач на 2022 год. По улице Городок 17 уложили более 4000 квадратных метров асфальта на парковках, обновили покрытие в проездах, на тротуарах и установили две детские площадки. В округе успешно реализуется программа по комплексному благоустройству дворовых территорий, отметил Андрей Иванов. Также в ходе инспекции проверили ход ремонта в подразделении Голицынской поликлиники. Работы здесь стартовали в начале ноября. Те виды медицинской помощи, которые оказывались до этого, они будут те же самые. А 15 числа нужно будет ленточку разрезать? Да, да. Приедете? Однозначно. Такой объект многострадальный. Однозначно. Надо, да, и всех медиков мы будем обнимать руки. А персонал уже которые здесь будут работать. На данный момент рабочие выполняют отделку внутренних помещений, готовят стены под покраску и ремонтируют навес над входом. К 15 декабря к открытию обновленной поликлиники обустроят все медкабинеты специалистов и процедурную. Здесь пациенты смогут сдать кровь на анализы или пройти вакцинацию. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».